Приветики, канал Айка ТВ, с вами Павел и мистер Кит. Ребята, мы продолжаем играть в приложение Kids Corner. Сегодня у нас на обзоре интерактивная книжка «Фиксики и лифт». Мяу! Итак, приступим, ребята. Давай, Павел! Дома у фиксиков случилась беда. Испортилась важная деталь. Помоги папусу и Масе найти новую деталь и поставить ее вместо сгоревшей. Мистер Кит, давай помогай папусе. Хорошо. И Масе. Папусе и Масе. Где деталь эта? Куда она спряталась? Где смотри, она? На столе. Где она, эта деталь? А, нет. А вон подсказка. Вон она. Около стенки, да? Да-да. Ай. Папус, Мася. Там это, что там? Там, где девочек в цирк идет. И что? Мы хотим с ним, можно? Исключено. Одни? Без взрослых? Ну как без взрослых? А родители Дим-Димыча? Ну потихоньку, они нас не заметят. Ну если там будут родители Дим-Димыча... Ура! 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 Стойте! Я еще не сказала «да». Да. Мамус, Мася. Помоги Дим-Димычу подобрать одежду для похода в цирк. Мистер Кис, давай выбирать одежду. Давай, Павел! Откроем шкаф. Откроем! И давай его переоденем. Давай вообще посмотрим, какая одежда. Давай! Смотри, джинсы, трико и брюки. Тапочки! Что тут еще есть? Рубашка белая с бабочкой. Да. А вот такие брюки? Не очень. И давай лучше джинсы. А ты хочешь одеть трико? Зачем? Мы же идем в цирк. Да. Какие будут джинсы? Давай джинсы. Кеды? Кеды. Давай ботинки. Может быть, ботинки? Что ему еще одеть? Шапочку. Шапочку. Или нос красный. Вот такой. Да. Как у клоуна. Да-да. Я одену куртку оранжевую. Куртку? Оранжевую. Да-да. Вот это. И что дальше? Прикольно. Ну что-то не так. Надо как-то по-другому его одеть. Да, ну как? Давай воспользуемся подсказкой. Давай попробуем еще сами. Что-то придумай другое. Ты хочешь сам попробовать? Да, Павел, давай поищем. Другую рубашку одеть. Вот эту рубашку. И кепку. Я сдаюсь. Нет, мистер Кис, мы что-то делаем не так. Я надо тоже все-таки так воспользоваться подсказочкой. Давай посмотрим подсказку. А вот так вот надо одеть, ты понял? А, синенькая курточка. Да, вот так. Носик и кроссовки. Красный нос. Кеды? Да, кроссовки. Куртка синяя. Синяя куртка. Да. И красный нос. И красный носик. Давай, красный нос выбирай. Давай. Да. Все, готово. Готово. Сумка, Нолик, вы где? Мы опаздываем. Поторопись. Я сейчас. Мы готовы. Готовы. Давайте сюда, лезьте. Вау, лифт. Лифт. Лифт, смотри. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Ознакомься с правилами использования лифта. Мистер Кис, ты знаешь правила? Не очень. Лифта. Давай послушаем. Давай знакомимся. Да-да. Нажмем на правила. Давай. Мяу. Знаете ли вы, как нужно вести себя в лифте? Начнем с того, что маленькие дети не должны ездить в лифте одни. Только со взрослыми и только с теми, кого они знают. Первым в кабину лифта заходит взрослый, а потом ребенок. Ты понял, мистер Кис? Понятно, Павел, понятно. Посади людей в лифт в правильном порядке. Так. Начали взрослого. Еще одного взрослого. Последний вот ребенок. Молодец. Начали взрослые, а потом дети. А выходить надо наоборот. Наоборот. Вначале ребенок, вначале а потом взрослые. Ребенок. Давай, мистер Кис. Высади людей из лифта в правильном порядке. Высаживай людей. Ребенок. Девочку маленькую. А потом взрослые. Маму ее. И мужчину. Вот так вот. Если вы собираетесь ехать в лифте с собакой... Или кошкой. Убедитесь, что ее хвост или поводок не высовывается за дверь. Мистер Кис, ты понял?
Выбери для собаки безопасное место в лифте. Или для кошки. Или для выбери. Кошки. Лучше для кошки. Но с левой стороны, да? Да-да! Молодец! Смотри, как она виляет хвостиком. Здорово! Но если бы лапа кошки было лучше. И последнее. Если лифт по какой-то причине внезапно остановился, не пытайтесь выбраться из него самостоятельно. А что делать? Нажмите на кнопку вызова диспетчера и ждите, когда вам помогут люди. Понятненько. Фиксики. Или фиксики. Ты понял, мистер Кит? А, понял. Ой. Кто сможет починить сломанный лифт? Пожар. Полицейский, врач или слесарь? Слесарь. Слесарь. Видно, идем в цирк. Точно, точно. Нажми на кнопку лифта, чтобы Дим Димыч отправился в цирк. На какую кнопку будем нажимать? Один. Правильно, на кнопку один. Первого этажа. Да-да. Лифт нужен в больших домах, чтобы подниматься на верхние этажи. Когда человек входит в лифт и нажимает на кнопку, включается электромотор. Ого. Он тянет трос, на котором висит кабина лифта, и лифт едет на нужный этаж. Вот это да! На другой конец троса, перекинутого через колесо, обычно цепляют тяжелый груз. Противовес! Противовес. Да-да! Он уравновешивает лифт и помогает электромотору делать его работу. Открой предметы под знаком вопроса. Давай, мистер Кис, открывай. Открываю, открываю. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Трос! Колесо. Колесо. Кабина лифта. Да как же сложно устроен лифт. Противовес. Перетаскивай предметы на подходящие места. Противовес? Да-да. Нет, кабина. Давай вначале. Да. Мотор. Трос. Колесо, наверное, мистер Кис. А, колесо? Да. Сейчас. Теперь трос. Давай. Кабина. Кабину лифта. Не, не получается. Ну, еще раз. Противовес. А, противовес хочешь? Да-да. Да. Противовес. И кабина лифта. И все. Ты-дыщ. Ты-дыщ. Нажимай на кнопки панели управления. Нажимай. Нажимаю, нажимаю. Вниз. Наверх. Вверх. Снова вниз. И теперь вверх. А еще раз вниз. Ты-дыщ! Ты-дыщ! Ой-ой-ой! Что случилось? Лифт сломался! Наверное! Электричество кончилось! Что это было? Кажется, лифт сломался. Вот это да! Не волнуйтесь. Нажми на кнопку вызова диспетчера, чтобы вызвать помощь. Кнопка диспетчера! Нажимаю! Вот она! Да-да! Слушаю! Мы тут в лифте застряли. Ждите, лифт починит в течение получаса. Ого, так долго? Теперь мы точно в цирк опоздаем. Дим Димыч, мы за папусом и на Масей. Они все исправят. Да-да-да, все исправят. Папус и Мася. Ой. Ой-ой-ой. В чем же причина? Чё? Найди причину неисправности лифта. Ты видишь, там болтик мешает. А, вот, ты не подсказал, молодец. Вот этот болт мешает крутиться к колесу. Да-да. Кажется, вот, тут да. Что-то застряло. Молодец. Надо вытащить. Да, вот и причина. Давайте скорее чинить. Давай. А то мы весь цирк пропустим. Цирк пропустим. Ну, цирк мы и сами можем устроить. Да. Интересно. Смотрите. Ребята, фиксики сейчас покажут нам цирк. Представление цирк начинается. На арене цирка... Гадотоходцы! Гадотоходцы! Круто! Помоги Нолику Нолик удержать равновесие на канате. Не торопись, Нолик, потихоньку. Не торопись, нажимай. Ой. Удерживаем равновесие справа-влево. Осторожно. Вот так... Ой-ой-ой, упал Нолик! Нолик упал!
аккуратненько, не торопись, мистер Тиф, не торопись, не торопись. Не торопись, я не тороплюсь. Иду. Аккуратненько. Так, держим равновесие, половину прошли почти. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот так вот, закрытыми глазами я иду. Выступают воздушные гимнасты. Парус? Помоги Парусу и Масе запрыгнуть на трапеции. Эй! Ты бабах-бабах! Эй-эй! И чё не получается? Папус тяжёлый! Ну ещё раз, вот он попал на трапецию, папус! Мася! Мася, давай прыгай! Мася тоже тяжёлая! Эй-эй! Отлично! Да-да! Ты-дыщ! Помоги Симке и Нолику перебраться на другую сторону. Сейчас поможем. Так, мы должны подставить батут. Это что, батут? Чтобы Симкой прыгнула. Прыги вот так вот, Симка. Вот так вот. Ой, переставляем батут аккуратно. А если она упадет, ой, вот так? Упала, мистер Кейс. Батут. Еще раз батут. Отлично, Симка, теперь Нолику. А, вот Симка сейчас на другую сторону, осторожно. Осторожно. Симочка! Отличненько! И Нолик! Теперь Нолик! Нолик надо тоже шлёпнуть! Упал, мистер Кис! Нолик упал! Ой, это я специально! Ещё раз упал, осторожно! Чтоб посмеяться! Ну всё, больше не буду! Вот так вот! Отлично! Ещё чуть-чуть! Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Лайка ТВ! На арене сила Сиоти! Сейчас будем вытаскивать этот болт! Семья Фиксиков! Помоги Фиксикам вытащить застрявший болт! Давай, тянем! Тянем! Мы тут не можем! Тянем! Але! Ой! Что заработал? Лифт заработал! Так быстро! Теперь успеем! Зря ты переживал! Тим-Тимыч резал цирк без нас. Не расстраивайся, Нолик. Наш цирк был не хуже. Правда? Да, это точно. Конечно. Спасибо! Спасибо. Это здоровье. Как? Кому? Кому? Тем, кто починил лифт. Они знают. Фиксики все знают. И мистер Кис. Ребята, всем пока. До скорых встреч. С вами был Павел. И мистер Кис. Ставьте лайки и подписывайтесь лайки. На канал Айка ТВ. Пока-пока-пока! Лайки ставь!